Дорога из Колпино в поселок имени Тельмана может стать шире. Перспективный проект разработали чиновники администрации Колпинского района. Поселок находится в Ленинградской области на границе с Колпино. Перекрестком Тверской улицы и Оборонной пользуются водители обоих субъектов. Пока пропускной способности развилки не хватает для всех желающих, но уже разработана новая схема движения, которая это исправит. Часть работ будет выполнена в рамках реконструкции Оборонной улицы и строительства путепровода через Ижорский пруд, обустройство дополнительной полосы для поворота в сторону поселка. Мы предполагаем, что это должно быть три полосы на въезд со стороны поселка Тельмана с постоянно действующей стрелкой направо. И должно быть как минимум две полосы на выезд. В ближайшее время состоится совещание, где чиновники встретятся с представителями Росавтодора. По его итогам Федеральное дорожное агентство выработает дальнейшие шаги. О сроках говорить еще рано, но, кстати, уже известно, что собственники участков вблизи тесной дороги согласились пойти на уступки.